все не готово? Надо было, да. Там шлепки. Там шлепочки должны быть при входе. Шлепочки надо дать здесь обязательно. Если там мест не было мало, то что закругляете, сумки убираем. Потому что мы сейчас будем разделать разминку по кругу. Просто на месте. Да, мы можем заниматься. Все, подравнялись. Ножку смещаемся влево. Влево смещаемся еще до конца. Но до зеркала можно дойти. Ноги вместе, ноги вот подняли. Раз. Так, ну вот давайте начнем с крупных, да, ребят. Вот у нас мальчик крупный. У тебя есть кто? Это мой как раз. Нет, это тоже нет. Пусть пока подождет. Ему сколько занимается? Год занимается, да? Да. А, второй год. Пусть пока так, его не выступает, так ему занимается. Ну давай, пока причем. Да, да, на следующую категорию перейдем. Так, ну давайте, следующий, пошли. Давай, сюда у нас иди. Да, сколько тебе лет? 8. Давай, поставь под лицо. Сколько занимается? Сколько занимаешься? Да они вообще недолго занимаются. Вася, Андрей. Боюсь, давай, Андрей. Так, сейчас кого мы определяем, подходит у нас главному судье. Парень, и записывай фамилию и имя. Кто у нас выступающий? Поопытнее парень. Пойдем, наверное, нет никого. У них нету? Давай, Денис. Денис, иди сюда. С Артемом поработаем. О, это так, пошли. Сколько занимается? Сколько занимается? 6 месяцев. 6 месяцев. Ну вот Роман, в принципе, с ним может, но он поопытнее, конечно, парень. Ну давай, нормально. Давай, сделаем. Все, иди, записывай, если тебе вставай. Так, это у нас тоже. Сколько? Годик занимается, но он не выступающий. Без границ. Ну он такой... Без драни, пусть снимет. А тебе сколько? Тебе сколько лет? 7. А ближе подойди. А этот парень сколько тебя занимает? Блин, просто Роман с кем поставить надо. Это тоже неопытный, да, парнишка? Нет, да. Ну да, такой. Ну у тебя потяжелый слово делать. Ну пусть с Матвеем побоксируешь. С Матвеем. Где бороться? Где две девочки? Может быть, вот это вот с Романом поставим? Просто по возрасту бороться подходит. Нет? Ну, он вам не снимает, все, он корявый там. Блин, а там с кем его поставить? Пока все, ждите. Так, это другой возраст там берем, там не сразу. Да. Ну вот с ним поработать, да. Все. Пока подожди. Так, иди сюда, нам дорога. Так, подойдет? Нормально? Пусть будет. Сколько занимаешься? Я занимаюсь 1.5 года. Нормально. Побоксируй. Так, так, у нас это все. Давайте пока новичку. Я подчеркнула. Ногой, ногой. Стоп. Минута там, да? Стоп. Стоп. Жали руки. Разошлись по углам, по своим.
головой. Ну какой шанс? Понятно? Стоп, стоп, стоп. Пальцы. Концовка. 12. Да они в тройке просто работают, у них три человека. Вы так все по двойке поделены. Просто конкретно. Сейчас получается проиграть. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, Артём, пожалуйста. В голову можно бить. В голову можно. Голову-то можно, Рома? О, хорошее колено. О, хорошее колено. В голову можно бить, Рома, в голову? Стоп. Хорош. Концовка. Это палочки забыл. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О! Салам алейкум! Мама, мы видим. Мама, мы видим. Что? Понимаешь? Давай я тебя поснимаю, а? Оу, Ника. Что-то гонит, не снимай. Я Ника следующий. Можно? Что это? На ринге не находится. Привет, привет. Вадим, будешь надевать ребят. Понял? Все, следующий. Салокин, Салокин и Мельник. Мельник готов, Салокин. Где Салокин? Ищи, Салокин. Его одевают. А, надевают? Да, давай, сядь. Иди на него. Файтер? Нет. А, нет. Ты Денис Артём. Гарголян, я зачем? Можно посмотреть. Всё.
передаем привет, мальчики. Привет. У нас нету канал. Пафик. Передавай привет. Всем хай. Не тут увеличить нельзя. Удары там по кике, по мелке. Бьешь, должна быть нога в серии. Ты должен его экипировать. Где мне протектор? Я где зубы вот так вот надевают? Нет. А, это капа. Зубы это капа. Сегодня, в общем, носятся такие дырочки. Ярик. Ты реально снимаешь? Сказал ботик. Он что-нибудь не делает? Это... Я не знаю, кто это. Ты что делаешь? Ты тренер? Тебе потом тренер потом убьет за этой фигни. Он сказал, понимаешь. Это так же. Кто здесь надевает? Я уже. Передай привет. Передай привет. Кто следующий? Я не знаю. Передай привет. Салам алей! Как твой настрой? Бомбический. Как твой настрой? Нормально. Как у тебя настрой? Отлично. Как у тебя настрой в бою? Нормально, я уже подрался. Молодец. Да, сходи, поснимай, туда сходи. Который? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Отлично. Как у тебя дела? А? Как у тебя дела? Нормально. Как у тебя дела? Нормально. Как у тебя дела? Все супер. Как у тебя дела? Все супер. Ой.
кто тут самый главный лысый? Да, я лысый глобус! А вот тут жилетов-то нет. Тебе скажут на ринге и дадут. А мы найдем тебя. Да? Тебе да. скажут на ринге и дадут просто. Да. Ну хорошо. Сейчас какая пара? Сейчас какая пара? 13, наверное, не знаю. Они у тебя просто отберут у любого человека жилет и капец. И мне отдадут жилетик на мой пузик. А вот это Пудж, Никита Пудж. Давай посмотри на камеру. Какой у тебя настрой был? Никита, хороший, настрой какой? Боевой. Боевой. На самом деле не боевой настрой. У него настрой, знаешь какой? Никакой. Егор Негр. Что потом? Че? Так вот так, держи вот так, как я. По приколу. Всем квакаю, друзья. Стой. Прикольно. Сейчас я Матвей сниму. Я оператором был. Всем квакаю. Давай, дай я. Ярик. Ярик. Давай. Бам. Протектор, вон, допустим, вот этот. Вот этот пример. Как вариант.
Другого я не вижу. Да. Кого это 13 лет? Скоро. Нет. Еще как настроить? Да нормально. Нормально? Двоечку. Двоечку. Что ты звонишь? Медленно, там я бы не сказал, что там он сильно... пришел, у него сильно сразу приложили и не зашел в глаза. Он опухший, у него утром там встал, по-моему, я не пишу. Ну ладно, должно быть. Ну да, надо аккуратнее наклоняться, просто вниз не наклоняться, понял, да? А здесь нужно будет прихват. Прихват колена, сейчас аккуратнее надо будет работать. Филипп, ты какой пары? Скоро надо одеваться. Ты где-то рядом с Тимуром. Если Тимур сейчас, то ты рядом с ним где-то. Он тебе одну пару. Ну вот. Выкидывайте Тимур. Где девайс? Где надевайся? Девайс? Протектор. Вот надо надевать его, искать тебя. Следующий. Ты маленький, что ли, вообще маленький? Да не... Низкая рука. Ай, пораньше.
внимательно. Фронт-кик, фронт-кик. Во, во, захват. 10 секунд, 10 секунд. Захват колена. Выше колено бей. Руки, руки выше. Руки выше. Ты устал, потому что махаешь. Да, да. Все махаешь. Ты много очень ударов. В первом раунде очень много ударов выбросил. Понял? Будь внимательнее. Я же тебе говорил, бэкфист бить, понял? Ты когда в углу стоял, тебе надо было на бэкфист ударить. Ногу, а? Ногу. Давай, финальный раунд. Собрался. Ногами ты работаешь. Руки повыше. Старайся, старайся точечно работать. Точечно, понял? Руки выше. Хорош, 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 хорош. Прямой. Ногой прямой. О, молодец, молодец. Захват. Руки выше. Бэкфист. Бэкфист. Внимательно, внимательно. Руки выше. О, молодец. Тимур, 25 секунд. 20 секунд. Собрался. Во-во-во-во-во. Бэкфист. Хорош, хорош. Бэкфист. Ну вот, блин. Ну-ну-ну, сам. Прямой. Конечно, очень классно. Отлично, отлично. Непривычно было вообще. Ну, а, первый раз? Конечно, ладно. Молодец, все интересно, что ты думаешь. Почаще так и делать. Ну да. Дышишь нормально? Еще раунд один. А? Еще один раунд. А, еще раунд.